Доброго времени суток! Сегодня на нашем канале притча, которая рассказывает о том, что порой бывает очень трудно понять суть произошедшего, даже если на первый взгляд кажется, что есть одна причина того, что произошло. Называется притча «Причина и следствие». Придворный философ эмира Тамерлана как-то сказал Хаджи Насреддину: «Философ знает, что всякое событие имеет свою причину и является закономерным следствием этой причины. Вот казнили человека. Это следствие того, что он убил другого человека и в результате наказан за содеянное». «Ну а если он осужден невинно?» – спросил Насреддин. «Он никого не убивал, но его оклеветал завистливый сосед. Или судья осудил его потому, что хотел избавиться от него, чтобы сделать его жену своей любовницей. Или его приказал казнить правитель, не пожелавший выяснять суть дела, потому что был в плохом настроении. Всегда ли может философ определить причину события и связать ее со следствием?» Ученый надолго задумался, но так ничего и не ответил на вопрос Насреддина. Подписывайтесь на канал, и каждый день вы будете получать крупицу мудрости всех времен и народов.